Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Первый чемпионат по картингу среди самарских журналистов. Телеканал «Самаргиз» выставил свою команду. Первый пилот, автолюбитель и оператор со стажем Константин Головин. Его напарник, ведущий программы «Мастер спорта» Сергей Кизоркин. Это ячейка каждого спортсмена. Подшлемник. Все по-настоящему, по-взрослому. Зеленый шлем космических аллигаторов. Где размер? Он белый, которым я был. Главное застегнуться, чтобы 50? Не слетела голова с плеч. 54, он тот перебелый. Ну и все. Самара-ГИС, чемпион. В стартовой решетке 14 команд, в заезде по 4 пилота. Победитель каждого из 4 этапов, в том числе и в финале, определялся по лучшему времени на 350-метровом круге. Рекорд дистанции 27 секунд, лучшее время журналистов 29. На одну гонку отведено 4 минуты. Много делают ошибок, врезание, непонимание траектории, нажатие двух педалей, которые приводят к травме картинга. Все гонщики вернулись на финиш живыми и здоровыми, потому что вылететь с трассы здесь практически невозможно. Покрытие резином, а это значит, что на дистанции можно сконцентрироваться на победе, а не на безопасности. Спортсмены-любители оценили трассу как самую лучшую в регионе. Здесь есть и скоростные участки, и зона обгона и торможения. Полукольцо сменяет крутые повороты и развороты на 180 градусов, так называемые шпильки. В гонках я участвую первый раз. Впечатление вот. Мне понравилось, все классно. Мне вся трасса понравилась. Меня и разворачивало, я и бортовал соперников. Мне даже предупреждение выносили. Чемпион гонки среди журналистов Владислав Денщиков с картом на «ты». Первый круг в своей спортивной карьере проехал еще подростком. С тех пор регулярно проверяет на прочность болид. Для него, как журналиста и автолюбителя, гоночный круг – это в первую очередь лекарство от стресса и возможность почувствовать себя пилотом Формулы-1 на специальном полигоне, а не на городских улицах. Было время, конечно, был молод и любил погонять, но на самом деле выплеск адреналина здесь, на трассу выезжаешь абсолютно спокойным, как танк. Все спокойно, ты знаешь свои силы, ты их можешь показать где-то здесь, где безопасно, нежели где-то что-то там доказывать на дороге. Пилоты команды «Самаргиз» заняли первые места в квалификации, показали лучшее время на круге – 30 секунд. Но уже в следующем этапе турнира Сергей Кизоркин выбыл из борьбы. Его атаковал на повороте, нарушив правила обгона, соперник, который в итоге попал на пьедестал почета. Константин Головин упорно сражался в полуфинале, но на финише ему не хватило какие-то сотые доли секунды, чтобы попасть в призовую гонку. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.